Droider Chart. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. В эфире хит-парад приложений для Android. Droider Chart под номером 67. Давайте начнем побыстрее, потому что сегодня отличная подборка очень интересных программ, а в конце две замечательных игрушки. Так, поехали. На пятом месте сегодня приложение Do It Tomorrow. Tomorrow в скобочках. В общем, это такой персональный таск-менеджер для ленивых или таких людей, которые относятся к своим обязанностям, скажем так, свободно. Идея здесь заключается в том, что вы управляете двумя днями, сегодняшним и завтрашним, и можете перемещать задачи между ними. Для этого существуют такие симпатичные стрелочки. В один клик вы можете легко отправить задачку на завтра, если вдруг не успеваете. Ну, всякое бывает. Ну, если одумаетесь, то можно легко сделать и обратное действие. Кроме этого, существует кнопка Edit, при помощи которой можно перемещать задачки друг между другом и удалять. Ну, а для того, чтобы пометить задачу как выполненную, достаточно просто по ней нажать один раз. Она здорово зачеркивается. Плюс этого приложения в простоте и симпатичном дизайне. Вот такая вот интересная программа, называется Do It Tomorrow. И занимает сегодня пятое место. На четвертом месте программа Push Ups Pro. Здесь тоже речь идет об самоорганизации, но в данном случае нужно будет тренироваться физически. Как, наверное, вы догадались по логотипу, здесь придется выполнять отжимания. В приложении достаточно интересно реализован процесс подсчета. Для того, чтобы программа узнала, сколько раз вы отжались, нужно будет положить ее прямо перед вашим носом или подбородком и при каждом выполненном упражнении просто нажимать на экран, собственно, этой частью тела. Если вдруг какие-то нажатия не будут зафиксированы или, наоборот, будут лишние, можно будет этот результат подкорректировать. Но это простой режим, в котором вы делаете обычную тренировку. Есть и продвинутый режим, который выстраивает вам целую программу, состоящую из серии различного количества отжиманий, в результате которых вы должны стать настоящим профи отжиманий. Как видите, здесь вам предлагается сделать несколько подходов, между которыми вам предлагается отдохнуть. Как только вы все сделали, вы молодец, вас спрашивают, насколько было сложно или легко, вы говорите, все было хорошо или, наоборот, все было халява. И, в общем, в результате программа выстраивает ваш тренировочный процесс. Также есть раздел со статистикой, тут можно посмотреть по дням, каких результатов вы добились, по количеству отжиманий, и также по калориям, которые вы израсходовали. Это приложение Push Ups Pro и занимает сегодня четвертое место в Droider Chart. Переходим к третьему. Тут у нас такая простенькая, но весьма интересная утилитка, которая называется Text Converter. И она позволяет нам делать достаточно интересную вещь. Бывают такие случаи, когда мы запоминаем пароль, набирая его в русском регистре, но на самом деле включен латинский регистр. В таких случаях пароль очень легко запоминается, как его набирать на клавиатуре, но если речь идет о мобильном телефоне, то сложно вспомнить, какие это были циферки на латинском. В общем, для этого существует данное приложение. Сверху вы убиваете фразу на русском, снизу появляется результат. После этого нажимаете кнопку «Конвертировать» и, в общем, все готово. Достаточно простая программа, можно выделить получившийся текст и скопировать его. Называется Text Converter и занимает сегодня третье место. Мы переходим ко второму, это приложение от сервиса ivi.ru, официальный клиент. Это такой мобильный интернет-кинотеатр. Тут мы имеем доступ к базе данных данного сервиса, в котором содержится некоторое количество кинофильмов, сериалов, телевизионных программ и мультфильмов. Кроме этого, есть возможность настроить фильтр по жанру, стране или году выхода. Ну, сразу стоит сказать, что библиотека не сильно большая, но зато все здесь бесплатно, и зато ничего не нужно скачивать, можно смотреть прямо в онлайне. Ищите, находите что-то интересное, сразу нажимаете кнопочку Play, и если с интернетом все в порядке, сразу же начнется воспроизведение, и вы сможете увидеть своими глазами тот фильм, то кино или тот сериал, который, в общем, искали. Ну вот, видите, стриминг уже пошел. Вот такая вот программа. Большой библиотекой назвать нельзя, но, тем не менее, достаточно некоторое количество хороших фильмов и сериалов, в общем, другой видеопродукции тут имеется. Называется ivi.ru. Ну, а мы переходим к обещанным игрушкам и к разделу «Старший брат», которым мы сегодня на планшете продемонстрируем игру Dead Space. Это игра достаточно известная, была она на консолях, на
компьютерах, выполнена в стиле экшен-хоррор. Это когда вы бегаете кого-нибудь, мочите, разгадываете загадки, и иногда происходят какие-то таинственные, жуткие даже вещи, непонятные, неожиданные, и действительно может стать страшно. Поэтому разработчики даже рекомендуют вам вначале надеть наушники. Как видите, графика здесь очень даже на хорошем уровне. Но самое интересное, что несмотря на эту великолепную графику, программа, точнее игрушка, идет на достаточно большом количестве устройств. Даже на достаточно слабых устройствах можно попробовать и запустить ее, поиграться. Главный герой у нас здесь механик, который находится на какой-то космической станции, с ним происходят всякие странные вещи. Видите, он обладает, точнее, его костюм обладает некоторыми специальными возможностями. Он может управлять предметами на расстоянии иногда, и либо замедлять какие-то процессы, происходящие вокруг него. В общем, как видите, вот внезапно может произойти вот какая-то такая кровавая жесть рядом с вами. И это очень сильно затягивает и делает процесс происхождения интересным и неповторимым. Конечно же, можно периодически прокачивать свои пушки, добывать иногда новые и, в общем, путешествовать по этому интересному миру. Игра называется Dead Space и находится сегодня в рубрике «Старший брат». Давайте вернемся к смартфону и перейдем к первому месту хит-парада Droider Chart. Что же это будет? Пара-па-па-па-пам! Сегодня это игра, которая называется Reckless Getaway. Наверное, многие помнят замечательную гонку, которая называлась Reckless Racing. Так вот, создатели ее выпустили еще одно свое творение, которое, наверное, даже переплюнуло первое. А здесь вам, в общем, нужно сбежать от полицейских после того, как главный герой игры ограбил банк. Ну, как видите, вот в процессе загрузки вам пишут, что банк находится в процессе ограбления. Управление здесь очень простое, всего лишь две стрелки, слева и справа. Можно ехать, рулить влево или рулить вправо. В чем задача? А задача в том, чтобы набрать как можно большее количество звездочек. Они вот видны в левом верхней части экрана. Для этого нужно подрезать машины, нужно их сбивать. И самый эффективный способ – это собирать золотые монетки, которые тут везде развешаны. Хотя это немного странно, потому что, как видите, из самой машины сыпятся долларовые банкноты, при этом нам нужно собирать монеты, но бог с ним. Не будем обращать на этот небольшой недостаток в логике. В общем, чем больше монеток вы соберете, тем больше звездочек заработаете, и тем больше уровней у вас откроются. А уровней здесь и локаций очень много. Все выполнены в разных географических условиях, разных метеоусловиях, и это интересно и прикольно. Второй режим игры – это такое жесткое мочилово. Вы управляете вот этим грузовиком зеленым, и тут ваша задача с одной стороны проще, с другой стороны может быть сложнее. Надо просто вынести как можно больше других автомобилей. Нужно все крушить, ломать и взрывать. Кстати говоря, помимо монеток, в игре имеются и вот такие знаки вопроса красные. Они дают нам различные дополнительные возможности. Это могут быть прыжки, может быть ускорение. И есть еще замечательная функция, вот такая, которая стреляет и разбрасывает все автомобили вокруг вас, если вдруг много скопилось, и вы хотите от них избавиться. В общем, замечательная игра, динамичная, веселая, с отличной графикой, с отличным сюжетом, большим количеством уровней. Стоит поиграть и посмотреть. Называется она Reckless Getaway и занимает сегодня первое место в хит-параде Droider Chart, который, как всегда, подготовили для вас Борис Веденский и Валерий Истишев специально для нашего сайта. Droider.ru